Мы в Мироновском. Слышите звуки перемирия? Так это Маша? Да. Володя, скажи пару слов. Вот двое суток. Ну вот перемирие наше, что не видно, все воочию видно. Наша база. Четко ее. Думаю, что все слышно. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник, 16 февраля. Полчетвертого дня. В Мироновском лупашат меньше, чем обычно. ЛБХ наша. Блокпост. Треснули, и тишина. Треснули, и тишина. Есть перемирие? Да нет. Гремит и насыпают. Хорошо слышно, да? Извините, пожалуйста. Можно вас на секундочку? Я могу, если надо, не показывать лицо ваше. Вы живете здесь, да? Местный. Скажите, пожалуйста, а вот вчера объявили перемирие. Так гремит все время или больше, ну, меньше? Да, да, конечно. Раньше больше было или? Ну да. Сейчас просто стало чуть-чуть поменьше. Да. А вы местный житель? Да, из Мироновска? Да. Сколько здесь осталось гражданских? Ох, я не знаю. Сколько уже групп усилили. За один день не видно никого. Поуезжали? Да не, на кладбище. На кладбище? Да. А где здесь попадало больше всего? А там, кладбище. Вот там. И вот там тоже. Ясненько. Кто хоронил? Да ну, все люди. Так что это каждый раз скажу. Фух. Ну вам, у вас же был здесь одно время ДНР, потом да. Вернулась в Украину, Росгвардия, армия. С кем спокойнее было? А это еще. С кем было спокойно? Ну, вы скажите правду. Как? Не, я про это забываю, если вы знаете. Ничего. С кем спокойнее было? Не знаю.
не буду сказать. Не бойтесь, не бойтесь. Просто вы не гуляли, если гремит, лучше где-то быть. Ну. Подвалы есть? Есть куда прятаться? Есть, да. Сейчас, видите, не особо время такое, чтобы прогулочки. Так что там сидеть в дому. Сами живете? Я с сыном. А? Сынок. Сынок? Сынок у меня. Пойдемте, мы вам немножко сыну дадим с собой перекусить. Пойдемте, не бойтесь.